Привет, друзья! Ну что, рубрика «Еда онлайн» возвращается. Только что я сбегала и забрала еду, талабат доставил. Давайте сразу чек покажу, что мы заказали. Наташа захотела бирьяни мутон, это с барашком, две лепешечки чапати, вкусные индийские, и я захотела куриный нудлс. Не знаю, хотела бирьяни и захотела куриный нудлс. То есть мутончик 28 дирхам, лепешка 1, 2 дирхама и чикену с 23 дирхама. Ну, все получилось 63, потому что всем доставку. Давайте посмотрим. А чаевые давал? А чего 4 дирхама мне было, я дала, конечно. Молодец. Так, о, смотри, кстати, вот название Бириани Бразерс. Не понял, это что такое здоровый? Это В назывался смысле? маленький горшочек этого бириани. Говорилось, писалось, что на одного человека. Это Оля, маленький, смотри. внимание, народ, посмотрите. Та подожди, а може там это на... Покажи еще маленький Ну горшочек давай бириани. подивимось, може там оно на дні лежить, і воно это Не, ну маленький, такое ні? я чувствую. Увесистый? Ой, давай все выставлю, подождите Давай. пока. Это все, наверное, То есть оно бесплатные подается, наверное, добавочки. когда в этом, в ресторане, ну, кушаешь, да, в ресторане, то тебе подаются в каком-то горшочке. Это вот, это, Боже, наверное, как острый. мило, посмотри. И Это... привязали. Вот Бириани Бразерс Элян. Мы в Эляне сейчас живем, принадлежим к Эмирату Абу-Даби. И вот, слушайте, ну, нормально так, как бы, ну, уже Едим, потому нормально. что Ну, принадлежим там к именно Абу-Даби, да? указывалось, Наташа, там мини-баскет, маленькая корзиночка, она одного. Ты не Наташа, я казала думаю... мне, я не чула такие, реально. Ну, сейчас подивимся. Это лепешки, что ли? Ну, должны же были. Индейка бешеная. Не знаю. О, да, тоненькие лепешки. О, мои любимые. Ох, вот такие они, тепленькие еще. Ну, давайте, мне уже просто интересно, Наташин Горшочек. горшочек, под горшочек. Слушай, они что, запечатали еще? Это чтоб водитель, не дай бог, не открыл и не попробовал. Не, ну, чтоб не Ох! рассыпалось. Ого! Еще раз повторюсь, маленький горшочек. Слушай, слушай. Я вилку приготовила Слушай, подожди, побольше. Ромашка, у меня Индейка предложение. бешеная. Да, там лежит весы на видном месте, мышь это. А ну взвесь это. Ты пока сейчас будешь это Хорошее не время. делай. Да, сейчас это покушай, Так. да. Принеси весы, сейчас посмотрим, И сколько. остренькие. Остренькое. Ох, подождите. Тихо, Так, я... прокашляйся. Но надо еще посмотреть, мяско там есть или нет. Горшочек. Ой, теплые. Класс. Подождите, я пришла с весами. Так, Когда мы в килограмм. Польше их покупали, помнишь, мы кантер, да? Он такой, первый раз чую. Он так сказал, что мы поняли по-польски, первый раз чую. Так. Килограмм почти этот горшочек. О, сейчас мне Ну, будет это очень нормально вообще. вкусно. Причем по рейтингу я выбирала, что там 4,5 Именно этот всего на горшочек свете. по рейтингу или... Бирянь, еду А, вообще по рейтингу. Мы первый само раз в этом заведение. Бирянь Бразерс брали первый раз. Так, дайте мне покушать бирянь. Слухай, Оно а дойди острое. до мяса. Да иди до мяса. Это Да, мне да. здесь все придется? Я не съем все там. Не, я тебе тарелочку сейчас выдам. Сейчас будет, может, громко, не знаю. А ну, вывали горшочек, на тебе тарелочку. Ты посмотри, она ест мою бирьянь. А, твою, да, Что ты за человек? Как мне его вывалить? Ну, такое, ну, слушай. немножко вот так вот, может, мясо будет. Потому что они костей могут Мы же положить. мясо Ну, Мы же мясо найдем. Горшочки-то. Ну, горшочка отвлекает внимание хорошо. Ну Так, да, давайте слушай, сюда я вот. такого не видела. Кило. Порция кило. Во-во-во, ну Я хоть ем немного. Ну, мясо. такое мясо, скажем А так. косточки Пока еще вернуть надо. очень это, очень... Вот это я вот не люблю, когда они Во-во-во, скользят. И вот не за... мясо, вон Ой, еще. да? Вон, посмотри, сколько... О, там нормально тебе мясо посыпалось. А ну подожди. О, подождите, стойте, еще что-то я В нашла смысле? там. Кусочек золота? Нет, Нет, смотрите. плохо. Интрига бешеная, яйцо целое. В смысле? Так это не бирьяни должно быть. В Ну бирьяни нет. разве кладут яйцо? Обалдеть. Так, теперь я буду. Незацикавленный эксперт, да? Слушайте, Ммм, пахнет вкусно. очень классно, очень Он скажи, вроде плов, да? классно. Бирьяни, что там, пулау. Сейчас попробуем мою еще. Принцип один и тот же, да? Мясо, Наталья, это рис. все, то есть, чтобы вы понимали, на одного человека Ням-ням-ням-ням-ням-ням, вкусно. мини-горшочек. Я, по-моему, половину только вытрусила. Слушай, одна концепция, да? А везде вкусы разные. Ну, Что конечно, у нужно плова, выбирать, конечно, что у бирьяни. Если онлайн, надо по отзывам еще смотреть Ммм, тоже. вкусная. А острая, ты Классно. говоришь, острая? Ну, чуть-чуть острая. Ты просто как, я не знаю, с непривычки, Да, наверное. я... Так а мясо, мясо, что мясо же главное. Попробуй мясо. Ой, попробовать мясо еще. Насколько оно мягкое. Ножичек дать? Сейчас попробуем. Слышь, я говорю, ножичек дать? И стоят ножи. Но этими ножами мы это для технических целей пользуемся. Классно. Мягенькое?
Все. Забудь о ней. Это в мою пользу. Что у нас здесь? А це что ты взяла? Ну, это... Ну, с курочкой. Ой, я це тоже хочу. Поделишься? Ну, конечно. Так, а между прочим, а как бы взвесить твое? Ну, меньше, наверное. Ну, тоже, слушай. Такие жареные чуть-чуть. Покажи свое довольное лицо, чмакающее. Класс. А ну, курочка? Такое все вот зажарено тебе? Теперь я захотела. Вы бочай-то. Так, я ничего не вижу. А, я это не смогу взять, наверное, да? Ну, она упадет, да? Достаточно, Наташа. Мне хватит, да? Угу. Народ. Это вкусно. Вот в этой кафешечке очень даже вкусно. Реально вкусно. Так, дай людям показать. А что тут за ингредиенты? Очень много зелени. Яйцо, да? Яйцо жареное. А курочка где? Вот это, я думала, это яйцо. Ну, тоже в панировку получается. Ну, попробую. Вот, Наталья пробует, независимое мнение. Лучок продавать я не люблю. Все остальное, ням-ням, друзья, слушайте, очень вкусно. Это кто? Бриани Бразерс. Я покажу еще раз Бриани Бразерс. Так, Бриани Бразерс, прошу за рекламу это перечислить. Есть нам. Есть ли они в других Эмиратах, но на картицу денежку, да? Так, а что это такое? Ну, это приправы все, это же, ну, понимаем, открой, что открой это, наверное, острое-острое-острое. И вот это вот, которое тушит остроту. Ну, то йогурт, наверное. Это как, даже как подливка. Это подливка. Там писалось еще гравити. А гравити, по-моему, гравити это подливка. Вот это вот такой вот островатый. О, это наверное, томат. Это, Наташ, пробуй. Это у меня живот этого будет болеть. Кисленькая и остренькая. Это классно. Это вот. О, дивись, тут еще что-то. Это подливка. Они ух ты, это эти овощи, да? Угу. Накидаешься в бирянь. Чекай. Ням-ням-ням. Ну, в общем... Острая. Вот это острая. Друзья, вот все очень вкусно. Вам желаем приятного аппетита. Заходите в гости. Пошли мы покушать. Пока.